Всем здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Сегодня я хотела бы снять обзор на набор, который я недавно получила от фирмы Палитра. Вы у меня просили под видео, ну и также мне самой интересно было. Значит, фирма Палитра, в набор входит. Набор называется «Сова», вот такой вот дизайн, размер 19×23. В набор входит вот обложка, такая довольно-таки тонкая. Дальше идет обращение к покупателям и варианты выполнения швов. Ну, в общем, стандартная инструкция, как я понимаю, на двух языках, английский и русский. Так, желает нам много счастливых минут вышивки. Дальше, что нам вложено в набор, это схема. Схема, как вы видите, цветосимвольная по принципу Dimensions. Значит, значки есть красного, голубого и черного цвета. Схема крупная, напечатана на двух листах формата А3. Набор данный отшивается крестом, как вы можете видеть, в две нити и крестом в три нити. Никакого бэкстича нет. Просто за счет крестов будет передан рисунок крестов, разное сложение нити, ни полукреста больше здесь ничего нет. Вот дальше, что у нас в наборе. В наборе имеется, значит, канва довольно хорошо накрахмаленная, размер ее небольшой сравнительно с моей рукой. Значит, вот таким образом она выглядит, 4 моих ладошки, так сказать. Так, дальше в набор также входит иголочка одна с позолоченным ушком, и кончик как-то довольно таки остренький у этой иголочки. Так, что, ой, звук какой, что еще, ой, ниточки, конечно. Когда смотрела закрытый набор, казалось, что всего 10 цветов, оказывается, цветов 20. Нарезаны они коротко, как у золотого руна или панны, в пределах 30 сантиметров. Значит, если пополам сложены, вот такие вот цвета, больше всего серых, но также имеются довольно таки большое количество коричневых оттеночков. Ну, на ощупь ниточки очень мягкие, хорошие, не знаю, не нашла я, что за фирма ниток и канвы. Ну, вот таким вот образом выглядит данный набор. Первое впечатление у меня довольно-таки хорошее. Посмотрим, как будет в отшиве. Ну, когда отшивать я буду, я не знаю. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока!